Сестра пришла старшая. Говорит, покажи мне свою комнату. You don't want a curtain anymore? Серьезно? Too boring. Все, хотят, чтобы я снимала это самое. Занавеску. Really? Okay. So you can jump, huh? Все, говорит, снимайте просто... Ой, просто не снимайте занавески, мы будем прыгать. Вот и все. Анжелика говорит... А, мама, я принесла твой этот самый мясной желатин. Мясной желатин. То есть мясное желе. Вот. Мама сделала холодец. Ууу, смотрите, как застыл. Крутяк. Вау. Ой, вау. Какие у нас общения с манго. Вау. Гавриил позвал. Я на него смотрю, что такое. Он потом на руку мне показывает. У него на руке сидит. Манго. Дружок. Вау, wow, he'll get used to that. He'll be missing you when you're at the camp. Yeah. Josh, Josh. What do you think, Josh? He likes it? Uh-huh. Wow. Pretty awesome. Yeah, he'll get... Sick of getting all cooped up in the cage. That eye, Josh, you're blocking my view. That eye. Yeah? I'll let him just explore the bed. Куда мы идем? Куда мы идем? He can like, he was like climbing all the way up the pillow and stuff. Oh yeah? Вот здесь еще подушки пролез. О май! Ничего себе! Вот это да! Вот это у нас животное! Вы такого манго еще никогда не видели! Ничего себе! If it was a holy one, maybe. Что-то не записывается у меня сегодня и не организовывается. Я немножко организовала, еще немножко спалила бумажек и остановилась как-то. Ай, эти бумажки, это такая... У меня комната, я даже показывать не буду. Это вообще ужас. Ужас, тихий ужас. Как это выглядит все. Девчонки старшие уехали куда-то. Я говорю, куда вы идете? Куда-нибудь подальше. Тут малышня разоралась. Анжелика уже не привыкла к этому делу. Они атаковали тут комнату Скарлетт. Мы же этот самый комод поставили. Они вначале, знаете, начали играться в магазин. Типа Скарлетт со стороны своей комнаты, да, как продавец. Они покупатели там что-то покупают у нее. Ну, прикольненько было, а потом они сообразили, даже Джошик, как перелазить через комод. Короче, недолго это взяло. Я даже видела, как Скарлетт, чтобы в туалет пойти из своей комнаты, она перелезла через комод. Она не пошла через дверь. Я говорю, толку было, короче, ставить этот комод. Знаешь, что? Вот такие дела. Я здесь сделала бульон в инстагоршке, хочу сделать борщ. И также размораживаю фарш. Я хочу сделать голубцы. Но хочу сделать голубцы в этот раз не из говядины и свинины, а из говядины и курицы. Хочу попробовать посмотреть, какие они будут. Я думаю, побольше на морковке туда, все такое, чтобы они были нежнее. Потому что не все едят свинину. Ну, в общем,
Такой план. Я не уверена, если я голубцы буду сегодня делать, потому что у меня еще фаршу размораживаться. Но я думаю, капусту надо подготовить. Потому что я листья некоторые пойдут на голубцы, а остаток, что там останется, что я не могу сварить, то я опущу на борщ. Вот. Так, что у меня тут только не происходит. Здесь у меня, значит, варится картошка для борща в бульоне с курицей. Вот это остатки капусты, сейчас я ее почапаю. Здесь у меня зажарка. В начальной стадии только лук и морковь. Здесь у меня капуста, уже ее отварила. И здесь у меня хлеб. Решила замесить еще буханку хлеба. Ну, как-то так. Везде меня дергает эта еда. Ну, слава богу, по краешек, но не за краешек, а то я уже волноваться начала. Ну, тут только зелень осталось добавить, и все. Так, у меня здесь 19 голубцов получилось с курицей, с говядиной. В общем, уже пожарила я голубцы. Вместе положила в противень, только надо соус и запекать. Но Габриэл меня уже некоторое время ждет, хочет купить этих сверчков манго своему геккону. И сегодня же пятница. Скарлетт, hi. Скарлетт мне уже прожужжала же в Макдональдс, сам понимаете. Это ж пятница, мама, пятница! Так что Макдональдс для Скарлетт. Ладно, ждем Габриэла. What are you doing? I can slap you with my slipper. Why would you slap me with it? Hey. I thought you're trying to get like a fan, you know? Ай, детки, котлетки. Короче, я даже не планировала на кухне время проводить, а тут затеяла и борщ, и голубцы, и хлеб. Ой, блин, надо было хлеб растянуть. О, животное моего детства. Мои сердюсечки, такие пушистые, такие. Ой, 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 ой. These are my children. Ой, лолите. Ой, на так. I'm on one of these one day. That's so cute. These, I want that one. I had the white one and I had the orange one. I want this one. His name's gonna be Hammy. Aww. Это девочка, которая сказала, что ей будет скучно в этом магазине. Она тут уже и с хомячками пообщалась, и теперь уже с рыбками общается. В общем, взяла я этих mealworms. Мне нравятся вот эти. Типа, что я снимаю? Где он? А вот он. Хамелеон. Он такой рогатый. У него три рога там. Офигенный такой. Ой, а вот эти классные. О май гаш, he's so cute. Ой, они такие краснючие вот эти. Зелененький. Вот такой. Ой, такие глаза. О май гаш. Я бы такой. О, еще один, еще. Все прилезли ко мне. Почувствовали, что они мне нравятся. Ой, а там их. You know how big бородатые драконы. Those get like the size of your forearm. Это не могут. Они могут вырасти как полруки так. Customer service call holding. О, какая красотка. К счастью, Габриэла боится. И мы его не и таких не заведем. И мышек покупать не будем. Oh my god. Love this. You happy now? Yeah. Okay. So, McDonald's куплен. Еда. Happy meal для манго тоже куплен. Так что, ура. Габриэл воскресенье уже уезжает к другу, потому что в понедельник он едет в лагерь. Хоть еда для его животного есть. В общем, это самое, что я хотела сказать.
Все мы сделали, кроме того, что мне надо купить этот молоко. А, Даня, а молоко купили? Нет, не купили. Так что я еду за молоком. Анжелика, по идее, как бы пришла, ну, как бы она и с сестрой в основном время провести хотела. Но также один из планов был пойти за продуктами. Она говорит, в следующий раз, короче. Так мы за продуктами не съездили. Она День независимости будет с Рики. Они там к отцу, его друга идут. Бассейн, вечеринка, стейки, короче. Все как надо по-американски праздновать. Она говорит, так что, говорит, на следующей неделе. Я говорю, ну ладно. Так что еду я, наверное, в Брамс. Недалеко здесь куплю молоко. И все. Поехали. Это что-то шумит. И машины, и вертолеты, и сверчки. Я вообще вышла посмотреть, если у меня хоть какая-то петрушка осталась. У меня от петрушки, по-моему, остался только остались только семена. Немножечко есть, по-моему, петрушка. Для красоты побросать на голубцы. Они у меня уже запекаются со сметаной и заливкой. И все будет готово. Художник в работе. Who are they? Are those among us? Она свои игры рисует. Если нет компьютера, она сама рисует игры. Все. Готовы, мои красавчики. И буханочка. Мы с Дэнни попробовали, кстати, один голубчик. Нормально, я так нормально сделала. Курицу с говядиной достаточно сочно. И хлебчик готов. Моя очередная буханочка. Итак, комментарий дня. Комментарий дня я сегодня даю. Виктория, хрупкая о жизни. Наверное, я полного названия канала не вижу. Она пишет: «Привет, Марина, у меня есть такие места. 3 выдвижных ящика. Думаю, подойду, просто все, что есть, выкину в мусорку и готово. Начинаю, ой, это еще надо, и это пригодится». Да-да-да, вот родители мужа мне рассказывали, что как-то они переезжали с одного дома в другой. И, говорит, зашли в сарай, увидели, там было 2 ящика с чем-то, которые они до сих пор не разобрали. Там уже прошло, знаете, пару лет с того момента, как они переехали. И, говорит, они поняли, что еще 2 ящика они не разобрали. И, говорит, что мы посмотрели друг на друга и сказали, давай просто выкинем. Мы 2 года жили без этого, значит, оно не надо. И они согласились, и они взяли это, выкинули. Так что, если надо если выкидывать, то просто надо не смотреть туда. Не, ну я бы очень расстроилась, если бы я выкинула некоторые такие памятки из моей жизни. Ну, а я буду закрывать влог. Огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Я желаю вам спокойной ночи, до новых встреч и бай-бай.